Салам алейкум, уважаемые подписчики и гости моего канала, с вами я, Бог, и мы на сайте topskin.cc. Между прочим говоря, у нас есть промокодик, который я уже показывал в своих прошлых роликах, но сегодня еще раз хочу его продемонстрировать. Он звучит таким образом: хайп дает вам 30% к балансу. Если вы не знаете, что такое промокоды, это когда вы 10 тысяч рублей, допустим, закинули, вот вы, да, закинули десятку, отстегнули, да, хотите подкрывать кейсы, и благодаря этому промокоду, который будет по ссылке в описании и в закрепленном комментарии, 3000 рублей упадет вам на баланс бесплатно. Просто бонус от меня. Поэтому пополняйте баланс выгодно, если вы хотите открывать и забирать крутые скины. Но топ-скин нам сегодня в этом поможет. И давайте наберем 1000 лайков к этому видео. Мне будет очень-очень приятно. Сегодня я решил выбросить все стереотипы и открывать со звуком. Не знаю, будет ли он слышен или нет, но я его слышу, и я буду открывать со звуком. Ребята, давайте, поддержите лайками, поддержите меня пальцами просто вверх, потому что нужно сегодня аурить, нужно сегодня что-то хорошее показывать, нужен результат. 1700 рублей, не понял. Вот сейчас не понял, почему ему выпадает. Офигеть! У нас, конечно, не так много денег, чтобы открывать пачку гладиаторов, но я надеюсь, сейчас у нас будет много денег. Шедевр. Шедевр поймали по чуечке, между прочим, он же 1500, да? Давай вот так вот сделаем. Сегодня пожестим. Ага, пожестили. Не-не-не, спасибо. Скидка у нас есть. Мы со своим, как я уже шутил в прошлых роликах. Давайте годком. 3 раза. 1. По чуечке вышли. 2. Ну вообще. Так, 3 нет. Ну давай 5 раз. Вот так. Вот. И вот. Вот. Чуть-чуть, ребят. Чувствуете? Где-то здесь окуп. Где-то окуп скрывается. 1, 2, 3. Нет, так не пойдет. И последний. Вот сейчас. Нужно. Прям, давай! Ладно, 2500. Просрали. Гладиатор. По чуечке сейчас гладиатор. Пацан много выбивал, много проигрывал. Вот смотрите, ему через раз 2 плохих, 1 хороший. Возможно, мы сейчас хороший поймаем. Не, мы тоже плохой поймали. Грустно. А как так-то? А как так-то, ребята? Как окупаться-то? Ёшкин матрешки. Давай еще раз. По идее, 3 говна. Сейчас 100% должно быть хорошо. Я думаю, сейчас будет хорошо. Опять темная вода. А ему юсп. Блин, это... О май гад. Темная вода сколько? 1200, ребят. Ну, это жесть. Он неплохо. 5000. 3. Чё-то вообще он офигевший поцик. Какого фига он все мои скины забирает? Полторушка. Так, чтобы открыть. Кейс Детройда. Давай, братик. Давай хорошо сделай. 2 говна уже. Ну, что мы ловим? Не-не-не. Не-не-не. Так, ага, косарь, ладно, добили его немножко. Сейчас не подведи, на 1 гладиатор, ну что он творит? Я тоже так хочу, отдай быстрее деньги куда-нибудь. Какие 700 рублей, что он просто делает? Посмотрите, как он дико фармит эти деньги, как он их просто гребет. Топ-скинчик, милый. Так, хорошо, братик, у нас на 1 хватает, но этого мало для одного. Мы сразу просрем бабки и все. Нам еще нужно. Еще разочек окупи. Хорош. Все, на 2 хватает. На 2 горем пополам накопили. Полетели. Иди сюда. Иди сюда просто ко мне. Включайтесь. Включайся, сайт. Охренеть. Да что, почему нам говно-то, а? 10. Да что он творит? Ах ты. Мошенник. Где наш дроп? Еще ни разу не окупил. Альпин. Как тебя там? Ну, наконец-то! Ё-моё! 5-ру! Быстро! Повесил 5-ру за все грехи, чтоб... 5-ру! 3-шку повесил, говнюк. Еще рвем. Нужно. Он столько забрал, там удар молнии. Ну, какой удар молнии? Ну, это издевательство. Полетело. Подкрутка, вклюпит круточка, наконец-то! Вот она, вот он, гладиатор. А я говорил... Я говорил, что надо его открывать. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень легендарный видос, потому что гладиатор кейс несет нам удачу. Козел ты, блин, немытый. Что ты делаешь-то, а? Ну где? Что за 5000? Расчехляемся. Раздуваем. Продаем. Вот это все не нужно. Ну, пойдет. Помаленьку, горем пополам пойдет. Еще. Пойдет. Хорош. Ух, сайтик, как же мы тебя сегодня нагнули, а? Как же мы его сегодня просто бам-бам-бам! Удар молнии хотелось бы. Удар молнии, это прям сок вообще бы. Вода плюс был. 900 рублей, говнюк. Так, ну смотри. Ситуация у нас почти хорошая.
Только нужно сейчас решить, что открывать. Коллекции, возможно, нам сейчас падение кара не помешает в наш инвентарь. Ну и в принципе, ролик сегодня не будет длинный, я хочу выйти в плюс так-то. И хочу окупиться, между прочим. Лабиринт Минотавра, ну, в принципе... 2500, не понял, а что так дорого стоит? Это окуп? Опять 2500, мне нравится. А что окупает-то? Вот сейчас ничего, в принципе. Так, косарик есть, можно поесть. Полторушечка. 2700-очка, чё? А чё ты много так сыпешь? Нормально, нормально, продолжаем. 2500, вот сейчас хочу в контракт. Давай сейчас сегодня контракт и в гладиатора залетаем. Я хочу что-нибудь сегодня Marbled Fate за 40 тысяч нож. Я сегодня настроен просто не на смерть. Не на шутку, а на смерть, так сказать, да? Как там звучит, ничего не помню. Фиг с ним. Пятерочка, пятерочка, пятерочка моя. Иди сюда. Сколько? Сколько нужно денег? 8 плюс 8, пацаны, 16. 16 тысяч нужно, у нас 15-100. Ну-ка. Разок. Другой. Пойдет. Чуть-чуть не хватает. Так, 3500. Угу. Сейчас нужно угадать. Офигеть. Раз, два. Есть, есть. Сколько? Красавчиком. 15-ка. Вот так. Вот так. Ай-яй-яй. Не-не-не, надо было так же 5-6. Давай-ка 5-6. Вот говноед. Не, ну мы в плюсах. Мы в плюсах. Нам 300 рублей не хватает на 10 гладиаторов. Это нужно срочно исправлять. Отлично. Просто отлично. И последний раз. 16300 рублей, ребята, ребяточки. 10 гладиатор кейсов. 16 тысяч рублей. Иди сюда ко мне, дроп. Я на тебя копил всю серию, давай. Расчехляй, ну что, что, где удары молнии? 13300, ну ты говнюк, конечно. Ну ты просто и... Раз, ну не говори, что сейчас будет подстава. Пойдет. Ну, кейс, ну хорош тебе. Окупай, окупай, братик. Ну чё, мы зря, что ли, тебя крутим? Ну что это? Где удар молнии-то вообще какой-нибудь? Тупо отписка, ну пошел ты. 5000, ребят, 5000. Надо забирать баланс, надо просто сейчас по тактике аккуратненько, спокойненько играть. Ай, 1600, понял, кейс, спасибо, к пятерке вернулись. Пятерочки. Ну что ж, раз у нас 5000, это, в принципе, не беда. Тот парень ушел с сайта. А, нет, не ушел. Вон он что-то выбивает с карточек. Ну, такое себе он выбивает. Мы сейчас его просто переплюнем. Надеюсь. Dragonfire. Ну, что это? Это 3900. Этого мало. 3900. Еще. 400. Небольшой плюс. Еще. 2300. Говноед ты. Говноед, понял? Тайна. Ну, иди, иди уже сюда, в кармашек. Положите, положите денежку. Не. Не, ребят. Что-то не ладит нам сайт сегодня. 2300. Ну какого хрена? А? Ну почему я не... 10 гладиаторов и такой провал. 6500. Забираем. Все. Идите, идите. Идите вот вообще со своим азартом. 5000, 7000 рублей. Сколько там? Я заберу. Я заберу, ребят. Вот такой получился видосик. Жаркий. При этом быстрый. При этом интересный. Вообще суперский, мне кажется. Остановись ты. Ну дорого бы стоило. Дорого. Ладно, янтарик выпадает, 200 рублей, давайте по соточке кейс найдем. Вот, тут хороший кейсик. Раз брызговик, два брызговик, три брызговик. А, это неплохо. На 690 рублей мы попробуем прямо сейчас открыть три топ-скина кейса. Бам! Ну вот, не повезло. Вот за 1100 еще в инвент. Нормально, закинули пятеру, забрали восьмеру. Большое спасибо за просмотр. Ссылочка на промокод, фу, блин, и на сайт будет в описании. О, вот это нервоз открывать кейс, ребят. Не повторяйте этого просто. Лучше меня смотрите. У меня тут хорошо, интересно. Пока.